Здравствуйте, я Александр Демцура. Сегодня мы едем снимать последний звонок. Мостовской район, поселок Псибай. 4-5 школа. Как бы дети оканчивают школу, становятся на взрослую жизнь. И этот замечательный момент нам доверили снимать, как наши клиенты, которые нас уже знают в Сибае, в Мостовском районе. Спасибо. Спасибо просто за то, что вы есть. Я хотел бы пожелать своим одноклассникам, которые вместе со мной закончили в этом году школу, ну, легкой жизни, хороших оценок на экзамене. Мальчикам я желаю, чтобы легкие наряды были в армии, чтобы не били их в армии, чтобы в армии не все было хорошо, чтобы попали в Майкоп или куда-нибудь сюда. Ну, а девочкам что можно пожелать? Ну, удачи, здоровья и... Ты что, блин? Давай заново. Выйти удачно, выйти заново. За богатого, стоятельного и много людей. Как вы вообще снимаете выпускные? Может быть, секреты есть, какие-то советы? Да, мы как бы снимаем выпускные, уделяем внимание, конечно, выпускникам, которые этого, ну, как-то выпустились, снимаем. Ну, больше съемку акцент на выпуск, на общие крупные планы выпускников, родителей. Учителей, которые, ну, дали путевку в жизнь, чтобы они пожелания, желательно, чтобы они что-то пожелают. И, конечно, родителей, которые все это терпели, все это как бы оплачивали нервами. Это, как бы, и все, родителей, чтобы они пожелания, как бы все эти желательно слезы, эмоции, мы передаем эмоции этого волнующего дня. Как бы, и вот это мы заснимаем в нашем фильме. Смотрите, заказывайте. Пишите, свадьба видео 01, Александр Демцура, Сергей Опенько, диджей Шторм. Она, слава, уже дошла до этих мест, как бы. Вот попросили нас снимать. Прекрасная природа, отличный воздух, работа с отдыхом очень хорошо совместили. Ну что, еще приедем? Короче, хотят еще, последний звонок, говорит. Приезжай, Александр, приезжай, да, выпускной. Выпускной. Сними, короче, да. А пацан один подошел, Демцура, глаза выпучил на меня, говорит. Я говорю, да, вот Демцура стоит. А, рыженький, там, да? Который, да, говорит, блин, я хочу поздороваться, вроде пожать руку. Вроде фотосъемки, говорит, да, он... Демцуре. Да, точно. Слушай, запомнился этот момент, да, капитально? Ну, видишь, популярный, известный, честно. Популярность впереди тебя идет, прям, не знаю, скоро перестанешь здороваться.